Большой дефицит педагогов в Южноуральском городском округе, Аргаяшском и Сосновском районах. В двух последних школы находятся недалеко от Челябинском. Это Кременкуль, Рощина, Долгодеревенская и Славина. По шести вакансиям учителям сразу предоставляют служебное жилье. И такие предложения находят отклик быстрее всего. Однако закрыть дефицит кадров региональный Минобр не в силах. Чиновники регулярно объявляют дополнительный конкурсный набор по программе «Земский учитель».